Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки на свежем воздухе. Поехали! Начнем мы с самого. Там 100% украшения. Кольцо упало. Вы так поняли, как надо открывать посылки? А теперь сегодня так открывать. О! Мне этот размерчик больше вас. Там кольцо, но оно мне большое. Очень большое даже. Не просто большое, а просто очень. И очень большое. Вот. Я добралась до него. Наконец. Открываем. Это вот такое вот колечко. Если не бриллиантов, здесь алмаз. Открываем следующую посылочку. Спасибо, Света, за подарок. Заколка была. Это золотая пчела и баса. Не буду, потому что эта заколочка уже была. Открываем следующую посылку. Что-то зеленое. Рука. Две руки. Да, такое черное, но красивое. Это вот такая рука, заколочка. Последняя посылка.
еще одну упаковочку осталось. Это вот такие очки ручка. У нас такие синие были. Переочками, кстати. У тех, что чернила закончились, поэтому я с этими очками уже не пишу. А здесь уже, наверное, есть. Подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересных видео. Всем пока!